Лицо в пол, там спрашивает. Блять, на такой кайф можно только фапать нахуй. Ваня со мной будет танчить. И на тебе где-то там. Раздай. Бля. Печеньки обмен за припотами на броню. Блять, там говно вышел. Джумас, контролишь звезду максимально. Потом рофлыч, ты клонишь звезду. Бентли, твой хекс по звезде будет, продлеваешь. Печеньки обмен. Дрингбой, феряешь печеньку. Зерона, циклонишь печеньку. И клест, хекс даешь после этого всех дел. Возьмите, запомни цель, когда контрола нету, кидайте контрол. Дальше. Дальше. Next time шипаешь полумесяц. И все, да. Блять. И волк даешь хекс. Плюс, я не знаю, блять. Арсенин там, дашь сап, я не знаю, или хочешь нахуй, ебанешь по полумесяцу, когда будет без контроля. Локи собаку вызовите, можете гикать косты, и плюс еще ко всему, если есть билд ШФ, можете ШФ еще пятнуться. Стан, мастан, который. Так, броню, я надеюсь, все выпили, ханты по КД каток разливаете. По тому таргету, по которому мы бьем, чтобы люди могли там передвигаться, убегать по этому катку, и чтобы они не съебали. Замедления все время были. Дальше. Смотрите там хилов, косты там подзбивайте, там, не знаю, в свободное время. Атмосферы там еще чем-нибудь хуйню. Первый будем начинаем играть. Начинаем с кого? Первый будем ромб играть, второй печенька. Дальше там я скажу, будет видно. Ваня, мы с тобой с левой стороны, блядь, будет. Не надо антифира. Волк, иди сюда. Вот сюда в крест. Термор. Тыкнешь. Остальные упритесь все вон туда максимально в фит. Печеньку. Я скажу, когда поставить термор. Жди пока, волк. Так. Азерона. Это я. Ты как более ответственный. Короче, смотри, твоя задача. Как только мы их заберем, да, ну, милишников, увидишь примерно, что они вот сюда вот к нам подойдут. Я понял, ты, короче, то что короче, делаешь, вести мобов, да? То, что я делаю. Если что, потом, когда он подойдет, ром, да, ТРГ грипнешь первый, и потом кинкей. Чтобы он... Вы стоите в печеньке, за пределы вот этой хуйни не выходим. Вот край, где вы стоите. Дальше не заходите. Можно выйти максимум вот сюда вот. Дальше выйдите, сорвете милишника. Вообще на плыбах. Что-то не хватает на мне. А, блядь, фласка закончилась. Сейчас, секунду. И крик, походу, в принципе, нет. Да, крик, похуй. Крик, он повесится. Висит? Да. Так, и... Ну да, опять здесь ты нас хилишь. Диспелить яды ничего не надо, главное хил. Щит у тебя есть какой-нибудь говня, надеюсь, при пуле? Не, нет. Блять. Ну, похуй так все. Погон, ладно. По рамбу первому еще раз повторяю. Не стоим АФК, контролим. Помогаем, блять, закрываем и так далее. Арислин, забери броню ауру. У кого броня ауру стоит?
Или у Войд кто там? Ну, у меня огонь, у Войд. А он сам себе может дать. Арислин, окей, я скажу, когда ему нажать. Сейчас по счету пьете фласки, которые вы брали на броню. Зелье этой, блядь, низкую. Пейте. Нажимаем, а. Нажимай. Все, поехали. Все, можешь выходить. Блять, они на Тедис побежали, хуёво. А Тедис баблит, ты что? Отходи, ну, Зерона, не бойся, ближе, блять, они Тедис сейчас убьют, будет хуйня полная. Они не реагируют на меня. Пиздец, нахуй. Не, они не реагируют. Я просто вернули. Ну так ты выйди, блять, с этого дерева, господи, нахуй. Я в них стою. Да какая разница, выйди с дерева, ты выпил припод, блядь. Нажми ебучий, блядь, я не знаю, обычный облик, нахуй, чтобы тебе брони меньше я было, знаю, блядь. Броню дает. Ты просто выйди. Я не знал, что броню дает облик. О, господи, блядь. Естественно, они реагировать не будут, нахуй. Хуй его знает, нахуй. Что, как мне, блять, объяснить, чтоб ты это сделал? Давай ты... Ладно, хорошо. Ты можешь в кота, блять, прыгнуть, там броня не даётся, нахуй. Тебе, я там на броню не буду ничего пить. И нажал спринты, и всё, нахуй. Да умирайте, блять, не тяните время, ребят, умирайте. Там пизда уже будет. Волхнет. Заново. Ну, может, Асап поинтереснее рисуется. А какой же стаб будет? Да понятно, что плюс-минус. Чтобы, может, жизнь копили. Только не спешите вы. Стойте, не заходите пока, потому что выкинете. Ясно, там полиген сейчас будет перезаходить. Все, можете выходить вниз. Био 40 секунд. Как не 30. Человек, блядь, гачок по сумму, что стоит, я не пойму. Там только минуту доставать, блядь. Хотя. Там вообще за 5 секунд. У кого как? На броню. На броню, да. Или вы про СПД? Забей, блядь. А там челик в чат написал Дио 40 секки. Если... Хотя ладно, давай мне похуй. Вместо Пристасова сову надо контролить. Сможешь, это гуманоид. Они все гуманоиды. Ну, облик не дает контролить. Сова не превращается. Это не ПВП, это ПВЕ. Сова превращается. Вот превращается. Я, у них облики это хуйня. То, что облики, они гуманоиды все. А, ну у нее бафа нету никакого. Бля, хуёво стоят. Надо будет пулять с правой стороны. Перейдите вот сюда поточит. Волк, иди сюда, ты там поставишь крест. Рогу крипнуть надо сразу.
Понял, что сделать из урона сейчас? Да-да. Я видел, что ты к ним особо даже не подходил. Зелье пить. Эма, нажимай. Поехали. Все, заебись. Это не меня, кстати. Блять, на Тедди Самак побежал. Закрою один каст. Лока бить. Надо мага с Тедиса снять, он его убьет. Нах. Тоя хиль. Хиль Тоя, главное. Все, на Рофлыч побежал. Бейте печеньку пока. По магу контрол. Кто печеньку контролит, мага контрол. Максимально быстрее. Мага контрол, блять. Герой диспельте. Да законтрольте мага, лё, нахуй. Все, хиль там Тоя, Тедис. По магу поехали. Близко стоишь, надо тебе идти немножко Тедис. Мага бейте. Сову контрол. Угу, все равно ли вижу. Магу касты сбивайте. Полумесяц контрол. Ой, полумесяц, звезда. Ага, звезда циклон. Блять, то я умер, да? Да. О, блять. Иди подхиль меня. Кто там, блядь? Тау. Тау, подхиль меня быстрее. Контрольте. Блядь, подхил нахуй. Хант еще побежал, блядь, нахуй, Ром до сих пор бьет. Ханта, бейте, блядь, дизарм дайте по ханту. Сейчас умру, блядь. Да сейчас умрёшь, потому что Тау лежит. Господи, нахуй, это просто пиздец. Лок просто от нас прям к вам в кучу ушел и все. Атмосфере отдайте. Вы же не убьете, все силы мертвы. Ну да, то есть никого не осталось. А шаман вот этот тюльпан вылетел, да, куда-то? Я так понял, он по КД вылетает на каждом трайме. Вроде на власти нет. Сори, план отвлекали. Заходите. Палка, позади тебя будет стоять друид, или тебя позади еще один шаман или друид, да? Они все идут на вас, охуенная страта. Кто у тебя сейчас остались ласки? Господи, почему так все плохо, нахуй? Блять, вы охуели или что? Что за хуйня, блять? Мерси. Джилс, есть у кого-нибудь? Да, есть Кумабот. А у вас вся такая хуйня в травмостатике, да, прикольная? Да нет, вчера... я видео скину, блядь. В прошлый раз, блядь, второй статик 50 на 50 закрыл прошлый катаник. Очень забавно. Там просто люди другие были. Да я понимаю.
Бля, сейчас паладин ебаный нахуй. Будет больно нахуй. Также в кресте. Ну, с креста будем начинать с правой стороны. Идите в печеньку. По магу первому будете вливаться. Дальше печенька. Третья звезда ваш так. Звезду максимальный контрол. Также печеньку максимальный контрол. Тыкни термар. Да куда ты тыкаешь его? В крест тыкни, блять. Он не достанет, далеко ставишь. Вон, видишь, вписай на метку для тебя поставил. Все, теперь иди. На исходный встань. Отчет даю. 5, 4, 3. Пейте зелье. Нажимаю ману брони. Поехали. Выходи уже. Паром сейчас подгрипайте, геру дадите и паром будет фулл ДПС. Все, хиль максимально той, только не урони, пожалуйста, Тедис. Я пошел косты кикать. Блять, ну ёпт. Я ничего не могу делать. Господи, нахуй. Ой, блять. Кинкей, забери рогу быстрее. ТРГ, забери ДК. Не хильте меня, пожалуйста, вообще. Следующий. Пала, ферните что-нибудь, он сейчас ёбнет. Отбегайте, блять, от миликов, не стойте АФК тупо. ТРГ, отойди. Кружок, играйтесь. Бейте печеньку. Звезду контрол, блять. Почему она бьет, блять? Циклон, хекс, блять, по звезде. ТРГ прохилите немножко. ТРГ побежал. ТРГ нужно похилить, блять. Потому что он сейчас умрет. На нем два милишника, блять. И собака еще бежит. ТРГ бегай. Кашника можно, блять, дать циклон, рофлыч, блять, ладно, дай БРП рофлычу, рофлыч, корни и циклон по КД, по ДК. Вот тебе метка, блять, крестик, нахуй. Вперед, блять. Алису контрол. Стан по Лисе дайте кто-нибудь, быстрее, блядь. Звезду стан, ебаните паладины, блядь. Кинул топор. Следующего кого бьем? Дизарм дайте, звезду бьете. Сука, рофлыч, блядь. Да зубас, бесика убит. Че вы, блядь, АФК стоите, нихуя не контролите, нахуй. Все, вижу дизарм, ждите, блядь. Сейчас продлишь дизарм. Нахуй. Рога пришел, блядь. Еще один дизарм, дай быстрее. Мил ханта прохил. Паладин убивает нахуй. Ребят! Камон! У вас милики в милизое. У вас, блядь, прямо в лицо нахуй бьют. У вас тропа разлита. Отойдите, пожалуйста. Не стойте АФК нахуй. Спасибо, блядь. Вам ломается ебало, повторяю нахуй. Все, что вам нужно, отойти, блядь. А не стоять на одном месте, блядь. Стан, дайте еще раз по звезде. Рогу контрольте, звезду поставил. Добейте Алису. Печенька. От Бельнора убегай, Шадоу Джули, сейчас умрешь. Атмосфера отдайте. Бейте пала звезду. Крылья диспельте с него. Аккуратно, смотрите, он меняет таргет, чтобы подбегали. Экстайма прохил, сейчас умрет. ДК и... Экстайм отлично, возвращайся в рейд, нормально. Бля, чел на экстайме не выбегай так далеко. Я чувствовал свар. Нормально, я из-за этого рогу забрал. Заебись, пойдет.
Благодарим. Да, он, блядь. Приди ко мне. Сейчас попробую. О, мой. Мой. Все отлично. Усиливай там по чуть-чуть то, я только на фулл хп не поднимаю. Добивайте Бельнора быстрее. Ход и диспел максимально больше. Дизарм ебаните ему. Дерево... Блять, дринкбой, дерево, блять, бан, цик, эфир. Ганджа, твой шаман. Бабу, снимись, пожалуйста. Очень хочется. Тут же, блядь, весь провисел. Бейте его. Чикенцет. Отъехал. Блять, сложно зайти. Ты посмотри, где я умер. ЦГК, бейте. Циферки важнее. Крест, бейте быстрее все. Тебе джага фулл хп не снимет. Две джаги подряд он дать не может. Джага тебе снимет 1018 хп. Я потом посмотрю, чего ты умер. Не переживай. Не, сейчас гляну. Ну, печать повиновения тебя ёбнула сначала. Печать повиновения — это УЕ печать, которая действует в радиусе, блядь, 3-5 метров. А потом, блядь, тебе въебало джаги, дебил. Уржите котки, блять, с ДК. В чем проблема? Шаманы контролируют. Чел, блять, на басе еще. Говорю, бери ебан беса. Ганджу, бери беса. Он мешает, сейчас заберем. Игру. Бейте, представь. Шамана дерево контрол. Вот и диспельчик. Дремой, а в чем проблема, блядь? Там бан и эфир, он вообще ничего не кастит, друид. Максимум, что он может кинуть, буйный рост или омоложение мгновенно. Каста он не должен никому успевать давать. Вообще, типа, в идеале, все, что он кидает инстантом, снимается с таргета, а все, что он кастует, как раз-таки банится и эфирится. Просто так это делать смысла никакого. Блять, там он не выходит вообще с бана эфиров, нахуй. Он ничего не может... Ну, в идеале, типа. Это так трудно, контроля ждет и контроль. Три бана, блять, три фера, нахуй. Все повторяется, ебать, все. У них денежник разный. Я знаю, поэтому и говорю, блядь, три бана, три фера. Ну так я об этом же тоже и говорил. Вы, по короче, факту, он стоит по 3 кастей. Потому что Лока промах был, может, у него меткости нету, да? Так пусть так без рейда собирается. Вот 25 хм пришли. Прикинь, если бы у этих чемпов был 3к ммр, блядь. Все это непроходимая хуйня, блядь. Нам хватит и полторашки. А потом, ну, они бы еще в YouTube выкладывали бы видос. Как рейды разъебывали просто от чемпионов. От лица Изичи, да?
Не, было бы кайфово, если бы тут типа рейд с рейдом встречались, было бы вообще угарно. Это да, было бы весело. Регулярно кто-то отсасывал. Типа, у кого больше дамаг, тот победил там или отхил. Ну, типа, да, так и есть. Ну, здесь нет, здесь, скорее всего, больше контроля, но решает в любом случае. Контроль и диспел. Я бы сказал, больше диспел, чем контроль. Я, как World PvP-шник, заявляю, что решает только АОЕ. Ну, тут оно порезано. Ну, это понятно. Тут оно на 90, по-моему, порезано, да, процент? Да здесь вообще без ДПС нет нихуя. Ты жмешь АОЕ и купола. На ДК. И купола. Золотые. Ты будешь душу радовать, да? Там это, кстати, Time to Gang креснулась. Вот завтра у них РТ будет. Завтра лаги. Че похуй. А то это. А это не неделя... Это не рейдили. Лучше бы они в парашу закопались, нахуй. Да их сейчас закопали быстренько. У них там много товарищей. Не он мой. Не. Какого хуя он не пошел нахуй? Риски на кучу разъебал, блядь. Он риталы нажал, вар. Может, тебе за арм отдали, а ты риталу хуэрил, да? Да, не про это. Ебись меня, фурик Эсмо. Это же пробило, но... Вы бы видели, мы сегодня в ВВК-10, у нас Урион танчил, нахуй. Рёва, блядь. От лута отказываться, или может это... У меня один. Рислин, пиздец, ну ты даешь, блядь. Сейчас бы пол ретрика, блядь, убивал какой-то сраный ДК, нахуй. Позор, блядь. Вар, вар. Фу, респеки танчил нам вар, Лёва, блядь. Дайте ГБ кто-нибудь сегодня, ребят. Ну, мы, кстати, этих, мы в ВВК-10 без танка убили червей и Рёва. Да и сундук. Ебать, у вас веселые эти ВК, нахуй, я так понял. В принципе, как и Киражан, блядь. Ну вообще, блядь. Пацаны не сдались, блядь. Уже кричат. Главное, главная цель и стремление, да, как говорится. Дай мне покурить. Этот. Ваня. Арислин в танке. Ваня с правой стороны половишь. И кто еще может половить эти сверки? А, и Войд половит сверки. Ебать, есть мы что-то? Ваня справа, Войд слева. И Арислин со мной босс. Короче, это, суманите надо этот осколок, блядь, чтобы спектр не есть. Ну, что это, шкаф их не сели, зачем тебе спектр? Штанчить не можешь, просто шмот. А, ну, кстати, да, ты реально можешь шмот напялить. Можно, давай тогда так. Так, Арислин, бери светлую, будешь штанчить темную. Ромбик твой будет. Так, с какой стороны ты говоришь его это? С левой. Вот где ты сейчас это слушаешь. Ага. Ты белую возьми. Ну, массакра не будет, если что. Да похуй. А чё, Арчи на полбах? А если ничего тебе не хватает? А, ну вообще не в инсте. Все равно Арислин суманать надо. Арислин суман. Тоже третий, да? Да, он уже до школы. Понял. Абориген и Шепард. На пул на Арислин, Шадов Джули и Милф на меня.
Встаньте, стойте все время в одном фрейме. Он ему поставил печенька и крест. Лимит. Никакой самодельности не скажу, когда нужно поменять. Еще раз вообще напоминаю. Все, поехали, рестлинг вперед. Нахуй ты мою встанете. Поставь один фрейм с моей. Угу. Вай, ты черный, блять, не лови, не ДПС, а только белый. Ну, в зависимости, какую сущность в рейде. Противоположную ловишь. Ты шарик. Солен, заебал, не сваркой. Раскиты раскола. Вар бегает на сферах. Светлую взяли, все по рампу поехали. Темные ловить сферки быстрее. Блять, дал эсбаунд. Прохил. Щит сбили быстрее с рамба. Больше ДПС. Ну. Ну же, блять. Ху нахуй. Рислин, давай сокру, перебегаем в крест. Стали все в один фрейм. Ясно. Понятно. Хила 4, да? Темную взяли все, по звезде поехали, да. Бестия, спекнешься в лице, короче. Не справляюсь. И щит не сбили. Падайте. Чего вы так долго свечаетесь, нахуй, скажите мне, пожалуйста. Сложно взять сущность и свечнуться по мне? Или что? Это я про первую сейчас говорю, не про эту. Тут ладно, люди умерли, хуй с ним. Не спешите заходить пока. Все, заходите. Рыбу хавайте. Сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры, кроватые ледницы короля Лича. Пусть состязания начнутся! Смотри еще вот за спиной. Типа вот так из косок смотри. Короче, я на полумах. Бестия вылетит. Ровно метку ставлю. Рано зашел, сейчас захожу в игру. Ребят, не спешите заходить. Чтоб потом не перезаходить. Я вон сам на первом боссе на ревы проебался. Для Сируса, блядь, все сложно. Долбоёбы нам нахуй заруинили в первом рейде, сука. 50 на 50 своими, блядь, фиксами, сука, блядь, без объявлений. Не, нахуй, с двумя дыханиями на рёве, блядь. Уёбки, блядь. Хоть бы сказали, блядь. Так, мне в ДС, да? Да. Да нихуй, когда скажут, ему надо, чтобы с магазина шмот покупали, блядь. Присты, возьмите темную сущность, пожалуйста. Это не по близлайку, нихуя, я тебе скажу, нахуй, два дыхания. Там так такого тут, не было. Так тут и не близлайк, они же говорят, что у них залупа это, блядь. Где-то я видел. Они стремятся к близлайку, нахуй. Босс у них работал более-менее нормально, нахуй. Они с самого открытия, типа, не близлайк ни разу. Дебилы. Именно по диалоге.
Ну, типа, чтобы больше интересности было, когда ты вредишь. Ну да, 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 типа, hard mod. Поехали. Озвучивать эту хуйню надо. Они просто, блядь, крысу нахуй. Менять. Да они вообще духа ничего не озвучивают. Абориген тут. Абориген. Прием, все, поехали, если. Так, припитоились. Нужно стоим, чем я у меня есть баундом. То я его и допросил. Блять, а раскол нажать? На? Нахуй. Я. Готовимся, сейчас спецспособность будет. Остаемся, сбиваем щит. Я сам кипну, кажется. Можем поменять и перебежать. Чем? Не надо. Чтоб по мне бегать. Да не надо. Не, не факт. Что не факт? Что не придется бегать? Не надо. Не надо. Ставлю две своих квартиры, что, что надо будет свет менять. Так, светлую сущность взяли и в ром, и в печеньку поехали. Этот... Рофлыч, дай байер по ганджубасу и бери... Да не, стой, стой на месте, не перевати, блядь, что вы нахуй делаете, блядь? Сука, нахуй, сказал переводить или что, блядь? Дай сокру. Пиздец, нахуй. Печеньку бейте. Тау, вставай. Ребаф, шамана и этого, и лока. А Тедди с бабл с икра. Переводим. Один хуй не успеваю. Бейте печеньку. Встаньте в крест. Дальше бьем печеньку. Сейчас должна быть светлая воронка. Войда и то еще держите на фон. Я дам эти бам. Там шаману, кстати, еще пизда. Он темный. Гениально. Дурачок, на. Да ничего, гимни на хп есть еще. Два гимна есть. Не, я уже сдавал гимн на хп. Ты, блядь, встал нахуй ты и взял темный в итоге все равно. Пиздец. Хотя можно даже было не переводить, я думал, МДПС не хватит. А тут отказывается, то мне может не. Кошмар. В какой раз твоя падает? Четвертый? Кто? Шесть. Какая? На кастера? На танка. Ахуй его знает. Что подеблиц. Ты она ебанутая, это шея, не тебя босса. Начинает самый лес. Сюда шея на эрдру. Хотя вот это, конечно, хайповое. Ну, вальки это не показатель. Вальки это рандомный босс. Джараксус какой-нибудь. Тинет Джара тоже хуйня. Манекен.
это показать. Ну, он по нубу, например, ДПС, ну, можно посмотреть. Чисто урон по нубу. Волк. Спекайся в этого... Прошама. Зайца. Локи СС заранее сделайте. Я скажу, пока мы кинемся нужно. А, хотя хули говорить. Короче, перед второй фазой дадите по... Так, Гранжубас по Нилфханту и Дринкбой по Баригену. На срезе ХП кто? Что? Ну, ХП срезает кто? Кто-то. Ну, это я понимаю, Анты? Что кто-то. Анты должны прицельные выстрелки. Вы ММ спекаете? Больше на полу будет. Но вы копатели все равно напуливать будете. Трех еще раз, кому Гранжубас дает? Я могу фуриком на порез спекнуть. Ты даешь по Милфханту, а Дринк по этому аборигену. Я в ДЦ остаюсь или что-то? И Наст, Вася, в ДЦ. Что это я, блядь, хотел и забыл сказать? Локи, огурцы поставьте. На второй фазе смотрите за своим ХП, блядь. Если видите, что вы, блядь, вас не хилят и вы умираете, на вас висит метка. Не просто нажимаете этот камень, а когда на вас висит метка, блядь, пронзающий холод. Вот тогда, блядь, жмете этот камушек, на, чтобы спасти немножко себя. На. Также есть свои сейвы, напоминаю, там, дубовая кожа, зеленка, избаунд, нахуй. 50%, там, бабл и прочая хуйня, глыба и т.д. и т.п. нахуй. Так. Абориген. Так, стоп. Милфхант. Короче, смотри. Раз, метка. Блять, нет, печеньку другую поставлю. Сейчас. Знаешь, как напуливать? Вот смотри, вот эти два копателя слева, это твои. Напуливаешь их на твое. Шестое патева. Кинкей, не. Короче, вот тут копатель один выходит. Вот второй. Вот эти два копателя, печенька крест, ты должен напуливать на то, чтобы они все время шли. Во время боя. Все, я эти метки убираю. Так. Баня, таймер, не забудь. Блять, что я хотел? А. Тучкенцы, теперь ты, пассажир. Вторая фаза, когда начинается, уточню, блядь, а то уже были некоторые, блядь, индивиды, нахуй. Вторая фаза, это когда у босса 30% хп и меньше. Примерно у него будет 22% хп, примерно, я говорю. Да, я знаю, я был. Будут, выйдут копатели, блядь. Тебе нужно вот этот, который копатель в кресте, зашаклить. Понял? Возьми его, запомни цель и зашаклишь. Да, обновлять шаг. Бестия, твоя вторая пачка. Ну, второго шаклишь. Ну ты учитывай, что у меня мясы могут лететь, я же в лицешке. Ну, если что, Войт тебя подстрахует там. Сапом, либо изгнанием. А Реслин твой третий, если что. Можешь Войт, ну, на второй пачке там сап сразу въебать. А Реслин твой третий, там сап. Еще одна просьба. Войт и Реслин, старайтесь забирать на себя по максимуму скоробеев и потом баблом перед на второй фазе скините стаки. На первой, ну, короче, перед именно второй фазы, после второй закопки. После первой, похуй. Баблом, главное, скините стаки себе. Скиньте жив, пожалуйста. И самое главное. Скоробеи приоритет, нахуй. В первую очередь скоробеи, только потом ануб, нахуй. Все, блядь, услышали?
Это вот такие вот, блядь, жучки, которые вон сейчас бегают. Это приоритет. Сначала их, они убиваются. Все. Стоп, блядь, метки. Икстайм позбиваешь сферки. На первой закопке даем только один боб. Дальше вы забегаете в лужу. Блядь, да, саппорт еще надо. Сука. Дайте ГБ кто-нибудь. Вон сейчас там. Я раздам. Подождите. Ну, чтоб быстрее там паре человек по 10 штук. Давай, сейчас, секунду. Подожди, секунду, дайте взять. Я еще не взял. Давай, обмен я тебе. На X-Time раздашь саппорт. Рамбу обмен. И кто еще там раздаст? Свой обмен тоже пораздаётся. Да, тоже пораздаётся. Все обмен за саппорт. Это на второй фазе обязательно, чтобы все выпили. Угу. Рамбу и печеньки обмен. И звезде тоже обмен. За саппорт. За саппорт покидайте обмен. О, печенька звезда. Напоминаю еще раз, обмен быстрее. За саппортами. Еще печенька свободна. Обмен, да. Печенька. Саппорты все взяли? Я взял 25 штук, нахуй. Мало давал, кто мне. Печенька с сопроту. Мне нужен тотем, Дим. Нахуя тебе тотем? Что? Войда был. Чё, хант не кидается или чё? Тебе горн этот будет обновляться. Рэлс, ты нахождение, где случайно тебя кинул. Ладно. Да это похуй. Че, все остальные сопротами, да? Ну, значит, у остальных должны быть. У кого не будет минуса, но потом просто. Этот. Блять. Кинкей. Грипнешь этот сверху и разобьешь ее тут где-то печенье. Где то. Примерно где-то. Тут вот. Все, босс никто не пуляет. Босс пуляется именно по таймеру, блядь. Собьются таймеры, будет пизда. На исходные все ставим. И еще, на второй фазе, когда будем переводить, снимаете все стамину и хп, кроме танков, соответственно. И пьете саппорты. Отчет даю. Таймер готов, Вань? Да, да. 5, 4, 3, 2... Хватит, я напал. Мы висим. Висим. Зависло, да? У меня тоже зависло на дисконт, походу. Ладно, идите курить. Сервер хуй. Дудосит.